Телеканал 24 ДОК представляет. Это Ник. Вы его видите? Продолжайте наблюдение. Все хорошо? Дети бывают свои. Если для меня и был Бог, это был мой отец. Мальчик из Сан-Антонио вернулся домой. Дети бывают приемные. Скажи по-русски. Малышка тупая. Очень страшно принимать чужого человека в дом. Полиция, слушаю вас. Дети бывают неожиданные. Привет, я вернулся. Его псевдоним был «Зеленый принц». Здесь что-то нечисто. Он сказал, зачем мы взяли этих детей? Три захватывающие истории о вечных отношениях. Может, скажешь мне, кто ты? Сын Хамас. Самозванец. Темная материя любви. Хоть я и был счастлив, но не показывал этого. В спецпроекте «Отцы и дети». 18 июля в 12:00 на 24 ДОК.